Общаться с умными людьми, это всегда приятно. Но есть ли какой-то прагматический смысл? Вот я хочу его объяснить. Я вот сегодня об этом говорил с ребятами. Значит, это одна из самых перспективных регионов Российской Федерации. Чувашия. Но у нее очень много конкурентов. И если мы не поставим вопрос о том, как нам надо развить туристический бизнес здесь, он уйдет в Татарстан. Вот завтра мы будем говорить о том, как быть конкурентоспособным, как создавать современное представление о привлекательности, как создавать современное представление о том, что город интересен для того, чтобы в него приезжали. И я думаю, у нас это хорошо получится.